Привет, мои драгоценные. Сижу, вдохновляюсь перед спортзалом чашкой кофе и думаю, мало ли, может быть, кому-нибудь тоже нужно вдохновение. И мы сможем друг друга поддержать. Я уже оделась, все, собралась в зал. Думаю, ладно, кофе сварю себе и побегу. А вы чем заняты в такой поздний час? Субботнего вечера. Здрасте! Привет! Могу предложить вам своего кофеечка. Я его варю, мне не нравится никакой кофе, кроме как сваренный собственноручно в турке. Кофе сразу такой вкусно насыщенный. Мне вот такие больше нравятся. Как можно похудеть? Вот вместе со мной я сейчас что делаю? Я привожу себя в форму, я худею, поэтому я сейчас иду в спортзал, собралась, занимаюсь. И худею, мало ем, худею. У меня уже жир практически растворился на животе. Не осталось практически ничего. Маленькая слойка, прослоечка кожи. Вот. И все. Осталось чуть-чуть буквально. Так что, если хотите похудеть, надо со мной в спортзал ходить. Я вчера ходила, сегодня иду, завтра пойду. Так что, вам тоже советую. Еще осталось прям вот 1 сантиметрик буквально. И все, я буду довольна собой. Сейчас я добавлю кофе, с вашего разрешения. Ладно, я думаю, что стоит, наверное, все-таки сделать эфир на другой странице, потому что здесь люди абсолютно, кроме смайликов, не призывают, не дают пообщаться, да? Вика, ты куришь? Ответь, плиз. Если нет, я тоже брошу. Я не курю, вам не советую. Я думаю, что вообще курить это хуже, чем курить, гробить свою кожу, которая стареет гораздо быстрее. Ну, просто ничего еще пока не придумано. Ну, плюс, как это называется, алкоголь и сигареты. Вот два средства, чтобы убить полностью свою кожу, состариться быстрее, высушить ее и так далее и тому подобное. Часы показать, это мои вот любимые, сейчас леопард в моде, посмотрите сейчас, как актуальны мои часы, которые ждали свой час. Сейчас настолько актуальны, вот летом буду носить. No, it's not fake watch, it's original. I don't wear fake stuff, and this watch... was $70,000 at the time when I got it, so totally 100% real. Hello, Indonesia. Hi. Что, пойдем в тот мой на другую страничку? Я буквально попью кофе с вами, побегу, потому что здесь нет, невозможно общаться. Предлагаю вам перейти на Bonnie Beauty страницу. Согласны? Тогда идем вместе.